После того, как Хрущев выступил со знаменитым докладом о культе личности Сталина, многие увидели в этом личные мотивы. Предположений того, откуда могло возникнуть напряжение между двумя советскими лидерами, до сих пор ходит масса. Одно из них связано с судьбой сына Никиты Сергеевича. По официальной версии, Леонид Хрущев погиб в 43-м на фронте Великой Отечественной. Однако Михаил Докучаев рассказывал, что в ходе пьяного состязания молодой человек застрелил своего товарища, из-за чего был приговорен к высшей мере наказания. Узнав об этом, Хрущев-старший примчался лично к Сталину, упрашивая его помиловать сына. Но вождь был непреклонен, попросил вывести ползавшего за ним на коленях Никиту Сергеевича и вызвать тому врачей для приведения в чувство. Приговор был исполнен, Леонида расстреляли. Тогда якобы в своем узком кругу убитый горем отец сказал, что, мол, Ленин отомстил царю за убитого брата, а я отомщу Сталину за убитого сына, что он будто бы и воплотил в жизнь.